Полиция задержала мужчину, подозреваемого в пересылке в Киев и Одессу отправления с пиротехническими средствами, которые сдетонировали в почтоматах. Почтовым террористом оказался 32-летний житель Черновцов, ранее не судимый. Во время обысков по месту жительства правоохранители нашли части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывной, принадлежности для подавления GSM-сигнала и товарные накладные новой почты. Изъятые вещдоки, направленные на экспертизу. Напомню, взрывы в Лузановке и в Киеве произошли 29 июля утром. В результате чрезвычайных событий никто не пострадал.